Іду, іду. Терапія. Дежурна медсестра. Здравствуйте. От насморка? Ну, от насморка я бы вам посоветовала настой из трин травы, который применять надо по субботам и только натощак. Ах, ну у вас еще головокружение? Ну, тогда записывайте. От головокружения я бы вам порекомендовала взять две веревки. Правое ухо привязать к одной стене, левое к другой, противоположной. Да-да, вы не ослышались. К противоположной стене. Вследствие чего ваша голова будет лишена возможности кружиться. Ой, ну от упорного кашля я бы вам посоветовала натощак ежедневно перед едой применять по одной столовой ложке касторового масла. И кашель как рукой снимет. Я вам гарантирую. Ой, чего я только не перевидала, пока я здесь работаю. Вот однажды девочку привели к нам, Зину, 10 лет, с вот такими красными ушами. А началась эта история на озере. Вера, что никогда не забыла. Когда я впервые встретил вас, я понял, что... Ой, у вас клюет! Я понял, что... Знаю, кто мой кумир, кому я хочу посвятить свою честную трудовую жизнь. Какая большая клюет! Я вас полюбил! Могу ли я надеяться на вашу взаимность? Клюет! А, целуетесь? Хорошо же, я скажу мамаше! Подсматривать подло и гнусно, а пересказывать вообще неприлично! Дайте руку, тогда не скажу. А то скажу. Присаживайтесь. Давайте чайку попьем. Ну, доченька, перестань есть яблоки, присаживайся. Пей чайку. Какие вы у меня красавицы. Сказать, а? Что такое, доченька? Что случилось? Какая наглая девчонка! Ага! Милли!